14 августа в Московской области прошел день приема пожилых людей. В центре реабилитации «Ивушка» на встречу с пенсионерами пришли представители Управления социальной защиты населения, Управления здравоохранения и городской больницы. Они отчитались о проделанной за последнее время работе и ответили на вопросы собравшихся. В части социальной защиты это о предоставлении различных мер социальной поддержки, о качестве оказываемых государственных услуг, о наших учреждениях, какие-то замечания, предложения мы можем обсудить. Больше всего пожилых людей интересует доступность медицинских услуг и возможность сделать необходимые процедуры в округе. Так им рассказали о новом оборудовании и методах лечения больных в Химках. Мы готовы на эти вопросы отвечать, вместе решать проблемы. И, ну, прежде всего это настроено на то, что улучшить качество оказания, прежде всего слушать людей, то, что хотят они. Может быть, какие-то там вопросы непонимания между нами возникают. Вот именно для этого такие встречи организуются.